Встречайте! Новый телепроект об интерьерах и дизайнерах. Модных салонах, актуальных коллекциях и ярких событиях. Все об интерьерном пространстве и дизайне. В программе «Шоурум» с Ириной Фоминой. Диван – это центральная фигура интерьера. К его выбору стоит подходить осознанно и очень индивидуально. Разговор о диванах пришли поддержать эксперты-дизайнеры Марина Шляхова, Павел Заклюков, Мария Баум и Оксана Редькина. Вместе мы будем рисовать эскизы и делиться идеями о том, как с помощью дивана можно зонировать помещение и создать комфортную жилую среду. Для примера мы смоделировали несколько историй и рассмотрели принцип выбора дивана для людей разного возраста. Герои моего интерьера – это люди, которые находятся в таком прекрасном возрасте, когда могут позволить себе уже очень многое. Дети выросли, появились внуки, они могут позволить себе квартиру, как мне кажется, или дом, где больше пространства. И в этом пространстве, тем не менее, одной из ключевых ролей все равно будет играть диван. Как мне это видится, для таких людей диван должен быть не маленький, потому что их только двое, потому что семейная пара, а как раз диван очень большой, очень комфортный. Каковы может быть диван сегментарный, состоящий из сегментов, возможно, с реклайнером, с какими-то различными высотами спинок, потому что все равно приезжают дети. И теперь дети уже приезжают не одни, они приезжают со вторыми половинками своими, привозят внуков, которые будут скакать на этом диване. Возможно, кто-то из ребятишек может даже уснуть на каком-то его участке. Диваны покупают не только семейные люди. И все складывается не сразу. А что, если человек еще не успел обзавестись семьей и детьми? Может быть, рассмотрим какие-то рекомендации для такой истории? Предположим, это интерьер молодого человека, который еще не обзавелся семьей, а занимается карьерой. Как правило, на начальном этапе как бы жилье небольшое у людей, и поэтому то есть это чаще квартиры, студии, более универсальное помещение. В этом случае диван помогает зонировать помещение, отделить обеденную зону от гостиной. Часто бывает, что это квартира однокомнатная, и диван будет также и спальным местом в данной ситуации. Безусловно, это будет арт-объект. Нужна уникальная форма дивана, интересная отделка. И диван займет центральное место в интерьере. Индивидуальность – это первое правило хорошего дивана. Он должен подходить своему владельцу, как дорогой костюм, сшитый по его меркам. Ателье индивидуального комфорта. Так называются салоны «Софман» российско-германского холдинга «Мёбель&Сайт». Диваны «Софман» оснащены опциями комфорта и подстраиваются под ваш образ жизни. Все под рукой. Встроенная акустическая система с подключением по Bluetooth и зарядкой для мобильных устройств по USB. Светильники для чтения на гибкой опоре и держатели для планшетов. Удобно. Диван быстро включается в ваш ежедневный ритм и становится незаменимым. Совсем недавно фирменный салон компании «Мёбель&Сайт» «Софман» появился и в нашем городе. Все лучшие модели фабрики можно увидеть на экспозиции салона. Здесь же сделать индивидуальный заказ. С учетом планировки и стилистики вашего интерьера консультанты «Софман» подберут подходящую только для вас – мебель и обивку. Большое внимание компания уделяет клиентскому сервису, поэтому доставит вашу покупку в кратчайшие сроки к вам домой. Миссия компании «Софман by Мёбель&Сайт» – искренне заботиться о клиенте, превосходя его ожидания и выстраивать отношения на всю жизнь. Компания «Софман by Мёбель&Сайт» изготавливает диваны в трех типах комфорта – «Бэланс», «Актив», «Лаунж». Баланс – более высокий и мягкий уровень комфорта для тех людей, кто больше проводит времени в положении лежа на диване. Комфорт «Актив» подходит для тех людей, кто больше проводит времени сидя, за переговорами, за чашечкой кофе, за чтением книги. Комфорт «Актив» – это неглубокое сидение, вертикальная спинка, строгая вертикальная посадка. Комфорт «Лаунж» подходит для тех людей, кто больше проводит времени на диване, за просмотром телевизоров. В комфорте «Лаунж» очень глубокое сиденье. Угол наклона спинки больше 115 градусов. В комфорте «Лаунж» имеются кресла-рекланеры – электрические и механические, где человек сам может регулировать угол наклона своей спины.
Диваны Соуфман по желанию оборудуются электрическим приводом механизма трансформации и регулируются с пульта дистанционного управления. Регулируемая глубина сидения позволяет создавать свою конфигурацию комфорта. Увеличенная длина пружин змеек обеспечивает мягкость и комфорт. Тема люкс продолжается и в гостиной, и в спальне. Роскошные кровати, светильники и ковры, обеденные группы и журнальные столики – все эти предметы интерьера можно подобрать в салонах Soufman by Möbel Insight. Кто бы вы ни были, здесь для вас всегда найдется уникальное, единственно верное решение. Soufman – это ателье индивидуального комфорта. Когда вы будете покупать диван, просьба учитывать мнение всех членов семьи, даже самых маленьких. Дети обожают веселиться на диванах. Совсем недавно мы содрогались от одной только мысли, какие следы своего творчества могут оставить юные гении на обивке новенького дивана. Теперь, благодаря специальному слою антивандального тефлонового покрытия, все страхи в прошлом. Современные обивочные материалы устойчивы к любому фломастеру, шоколаду, чернилам. Легким движением руки с помощью обычной салфетки живопись любимых художников удаляется с поверхности дивана. Нам остается только сменить гнев на милость и не расстраиваться по пустякам. Выбирайте диваны, думайте о близких вам людях, и пусть в вашем доме будет мир и счастье.